Осень, а чай очарование – это золотое время, как оказалось, весьма располагает к творчеству. Идея поймать увядающую, ускользающую красоту осени родилась давно. Ежегодно мы проводим конкурс, экологический конкурс творческих работ школьников. В этом году этот конкурс называется «Осенний калейдоскоп». На этом конкурсе представлены работы дошкольников и школьников от 4 до 17 лет. В городском экологическом конкурсе творческих работ в этом году приняли участие более 200 учащихся общеобразовательных школ, воспитанников дошкольных учреждений и Центра развития творчества детей и юношества. Коллективная работа учеников 11-й школы, руководитель Шамшеева Светлана Владимировна, так как у нас конкурс называется «Осенний калейдоскоп», вот они как раз по названию конкурса сделали такую очень красивую, оригинальную картину «Осенний калейдоскоп». Как мы можем видеть, ребята проявили удивительную фантазию и создали из осенних листьев, шишек, фасоли, ракушек, мха и веточек удивительные образы. Вот эта вот картина сделана полностью из осенних листьев. Такая шикарная. И еще вот собачка тоже очень красивая. Мозаика сделана тоже чисто из осенних листьев. Конкурс на самую красивую и интересную поделку проходит по нескольким номинациям и возрастным группам, рассказывает Наталья Глушенкова. По завершении конкурса подведут итоги и торжественно наградят победителей дипломами, а все участники получат сертификаты. У нас 4 возрастные категории – дошкольники, 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы. Номинации – это рисунок, аппликация, панно, поделки из природного материала, затем номинации фотографии и поделки из овощей. Кажется, видели многое, нечему уже удивляться, а участники выставки конкурса снова оказались на высоте, порадовав своими творческими идеями. Диву даешься, насколько богата фантазия у детей. Например, эта жар-птица сделана из лепестков цветов. Кропотливая работа. Панно и картины из семян и прочего осеннего материала, букеты, картины и рисунки из листьев. Также в экспозиции поделки из бросового и природного материала. Фотографии поделок из фруктов и овощей. Пожалуй, все работы настолько оригинальны, интересны и незабываемы, что без преувеличения можно сказать, что здесь можно найти фантазии любой сложности. Кошки на фоне луны – очень интересная работа. И еще вот новая техника, совершенно новая техника для нашего даже города, может быть. Такой работы у нас ни разу еще не было. Это вот панно из семян и осеннего материала. Полюбоваться этими шедеврами и оценить работы юных мастеров могут все желающие. Напомню, выставка продлится до конца октября. Наталья Мальчикова, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.